Привет всем! Всем привет! Меня зовут Дарик. Сегодня мы будем открывать киндер. Сегодня мы будем открывать киндеры из серии «Гадкий я 3». Ура! Все высыпали. Открываем. И Даник приступил к первому киндеру. Интересно, что там попадется. И вот и первая капсула. И что же там в первой капсуле? О-о-о, что это? А это игра типа баулинга. Тут с разными животными. Вот. Вот так вот пуляешь кошкой, и она на мышей прям летит и сшибает их. Расставили мышей. Теперь нам нужно собрать конструкцию с кошкой. И вот кошку сюда надо поставить. Теперь вот этой вот штучкой надо надавить сюда, и кошка едет и сшибает мышей. Надавлен. Опа, еще. Ой, не доехал кот наш. Ну-ка, сильно-сильно давай. Опа. Оп, одну мышку сшиб. А теперь я попробую сшибить этих мышей. Внимание. Опа. Стой. Оп, не получается. Оп, давай же. Оп! Ура! Сразу две мыши сшибли. Сразу две мыши упали. Вот такая вот игра. Да, Даня, как тебе игра? Классная? Да. И мы идем дальше и открываем следующее яйцо. Второй киндер открывает Даник. Где же наши миньоны? Да. Где они? Где они прячутся? Где они прячутся, да. Так, что там попалось? Ей! Кто это? И нам попалась Марго! Что умеет делать Марго? И здесь есть две карты. Первая карта – лабиринт, а вторая карта – на второй карте нужно увидеть миньонов и одного единорога. Вот она, Марго. К ее ножкам крепится специальная лупа, которая поможет нам все найти. С помощью этой специальной лупы можно увидеть вот этих вот миньонов. Они меняют цвет с зеленого на черный. Как классно! Привет, я Марго. Держи. А с другой стороны лабиринт. И там нужно найти, как там одному миньону добраться до другого. И следующее, уже теперь третье яйцо открывает Даник. Что попадется на этот раз? Там какие-то животные. Еще одна игра по сшибанию чего-то. Вот эта кошечка ставится в установку, и ей нужно сбивать какие-то карточки. Тут тоже разные звери. Наверное, разных зверей запускать можно. Давай посмотрим, как это работает. Здесь нужно установить карточки. И вот это, с помощью этой установки. Ой! Кошечка куда-то улетает. Это тигр, который точит когти. Четвертый киндер Даник сегодня открывает. Что ждет там? Какой миньон? Может быть, миньоном попадется? Или какая-то новая прикольная игрушка? Что это такое? Это еще одна запускалка, только там кого-то другого надо, да? Сбивать. Там овечки и коршун. Ой! 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 Вот такая вот игра с коршунами и овечками. Пятое яйцо сегодня мы открываем вместе с Даником. Сейчас увидим, что прячется там за слоями шоколада. Грю! Данику попался Грю!
Как здорово! Мы его ждали. А это дерущийся Грю. Он поворачивается резко и рукой так кияй, кияй, и кого-то ударяет. Вот такой вот очень прикольный Грю у нас получился. Вот так вот. Мяу, мяу. Ну что, Даник, у нас осталось последнее яйцо. Будем открывать? И последний киндер открывает Даник. Что же будет там? Последняя капсула. Барабанная дробь. Что там? Что это такое? Это монстры попрыгуны. Теперь у вас одинаковые с Анюткой. Ей тоже такой попался. Опа! Можно играть будет. У кого выше прыгнет или дальше. Опа! Опа-на! Ну вот и все. Все киндеры мы открыли. Мне больше всего понравились Грю, Эдит и попрыгун. А тебе какие больше всего понравились? Это и все. И все. Все понравилось? Класс! Если вам понравилось видео, просто ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Пока!